В Каменогорске задержали подозреваемого в убийстве, которое наделало много шума. На окраине города неделю назад обнаружили труп женщины. По социальным сетям тут же распространились слухи, что в городе появился маньяк. И вот в полиции отчитались, возможный убийца пойман. При этом полицейские настаивают, никакой серийный убийца в городе не орудует. Информация фейк. Следователи призывают население верить только официальным данным. Про убитую известно немного. Ее тело обнаружили на окраине в одном из дачных кооперативов. Ей примерно 45-50 лет. Женщину уже опознали родственники. В розыске она не числилась. И вот сегодня ночью нашли и задержали подозреваемого в убийстве. О нем сведений тоже немного. Задержан 56-летним ранее судимый иногородний мужчина, который изобличен в убийстве женщины, имевшее место 13 августа текущего года в одном из садоводческих обществ города. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводятся следственные действия.